Кия Дазай. Единственный, кому агентство полностью доверяет, а народ обожает. Так вот где ты, Дазай! Изводитель веревок! Куники, ну какое забавное прозвище ты мне придумал. Говоришь, только тебе доверяет наше агентство, да? На тебя и только на тебя приходит самое большое количество жалоб. Что? Все еще думаешь, как маленькая девочка. А ты до сих пор с кошками разговариваешь? Бомбу можно остановить? Это легко. Но я не могу этого сделать. Хватит уже обо мне! Похититель еще на свободе! У нас есть хоть какая-нибудь зацепка? Есть. На этой фотке в газете ты выглядишь как настоящий мужик. Ты что, хочешь довести меня, чтобы я сам тебя на тот свет отправил? Звучит заманчиво, но... Тебе стоит посмотреть очечки получше, если собираешься светиться в новостях. Ты только посмотри на эту балку сверху! Даже не думай о том, чтобы повеситься в этой чайной. Ты меня не так понял. Оздоровительное самоповешение. Это еще что? Что? Ты не знаешь, Куникида? Это очень полезно для шеи. Чего? Ты серьезно? Это надо записать. Давай, запиши. Оздоровительное самоповешение. Купился. А не правда из детективного агентства? Напарник прыгнул в реку и смылся, а какой-то парниша ест за мой счет и даже не краснеет. Мой список дел на сегодня был идеален, но все пошло наперекосяк. Так, я так что надеялся, за работа? Что все пойдет по плану. Меня парни не интересуют. Он был учителем. Учителем математики, если быть точным. Что? Тригонометрия на ЕГЭ — это вам не игрушки! Охотно верю и даже представить могу. Он не восприимчив к пулям из-за способности? Долго же ты, Лавкрафт. Что делал? Спал. О боже.